С начала августа жители улицы Кутузова страдают без горячей воды. Напор в их домах настолько слабый, что газовые колонки не включаются. Люди не могут принять душ. Чтобы помыться, воду приходится греть. Газовая колонка без давления, хорошего давления, напор воды, она у нас не работает. Вот. Поэтому мы не можем ни купаться, ни руки горячей водой помыть. За два месяца Валентина Петровна и ее соседи уже несколько раз обращались в водоканал, но результата нет. Я звонила в диспетчерскую. Они сказали, что да-да-да, у нас что-то низкий напор воды, это все жалуются. Потом, значит, я 9 числа пошла, значит, в водоканал. Через два дня они к нам приехали, посмотрели. Значит, они проверили то, что колонки на улице, которые у нас стоят, они, значит, там проверили. Напор там низкий. Вода еле течет из крана и в четырехэтажках на Петрова, и в двухэтажках на Маяковского. Сестра у меня на Петрова живет, 84-я аптека. И вот она мне жалуется. Я, говорит, тоже не могу искупаться. Или холодный, говорит, вода идет, или горячий. Понятно, трубы старые, естественно, он и напор не пускает большой. Вот. И поэтому мы уже писали, везде жаловались. Мы не можем искупаться. Теперь еще коронавирус и такая ситуация, мы не можем искупаться. Но собственник водоканала Сергей Терентьев, который специально приехал на улицу Кутузова, чтобы прокомментировать ситуацию, утверждает, что с водопроводом здесь все в порядке. Почему у них низкое давление в доме? В доме, а трубы-то забитые. Там 25-й, у кого 15-й труба идет, отвод. А центральная труба нормальная? Да, сотка, да. Центральная труба нормальная. Она не забитая? Нет. Доводы о том, что коммуникации в своих домах люди уже поменяли, а вот центральную трубу не меняли по меньшей мере полвека, Сергея Терентьева не убедили. По его словам, давление воды на Кутузова даже выше нормы. Позавчера комиссия была с администрацией. Мы совместно, мы были, мы позамерили 2,5 давления. Такого давления здесь нет. Когда я у вас была на приеме, вы мне, ваша сотрудница сказала, мы замерили, было 1,6, а потом вы начали придумывать. Когда все, трассу нужно, где отвода к вам в дом, их нужно чистить. Вы сначала центральную сделайте, пожалуйста. В центральной есть давление. На словах все гладко, вот только реальность со словами почему-то расходится. И вопрос о том, как водоканал собирается решать проблему с водой, так и остался без ответа. Людмила Чекал, Александр Зюзяев, наши новости из Рузаевки.